Я надеюсь, это последний его президентский срок. Вот это то, что у нас были американские кока-колы, Макдональдс, это все нам не нужно. У нас свое вкусная точка и кола добрый, вот. Ну, живем хорошо, посмотрите, как вокруг красиво, чисто, порядок. Вот это уже не 90-е годы у нас. Если не он, мы бы были в жопе. За искренние пожелания сейчас можно в тюрьму сесть на 10 лет, допустим. Всем привет! Сегодня мы вышли на улицы Воронежа в день рождения Путина, чтобы узнать, как люди к нему относятся и что они готовы и хотят ему пожелать в этот день. Сегодня день рождения у Путина, может, какие-то пожелания? Ну, здоровья ему. Здоровья, да? А вообще как к деятельности президента относитесь? Молодец. Если не он, мы бы были в жопе. У Путина день рождения, может, что-то хотел бы пожелать, поздравить? Может, какие-то вопросы, требования? Нет, спасибо. Ну а как вообще к деятельности президента относишься? Никак не отношусь. Я человек искусства. Вот у Путина день рождения, мы что-то хотели пожелать? Нет. А вот у Путина день рождения, мы что-то хотел пожелать? Отношения свои высказать, нет? Нет, извините, не смогу. Ну только поздравления с днем рождения. Как бы вопросов нет никаких. Поэтому поздравляю с днем рождения, желаю здоровья. Понятно. А как к деятельности президента вообще в целом относитесь? Положительно. Какие считаете основные вот такие достижения на своем посту, больше 20 лет уже у руля? Ну, я бы, наверное, отметила то, что социальные вопросы в образовании, где я работаю, строятся новые школы, детские сады, оснащение лучше. Дети получают возможность получить хорошее образование. Образование при этом на уже таком современном уровне, с хорошим оборудованием, с интернет-доступом. Вот я бы вот так отметила. Ну и я хочу сказать, и заработные платы у педагогов тоже растут. Поддержали бы Путина, если бы он стал выдвигаться в 2024 году на пост президента? Отличный вопрос. Ну вообще да. А вот у Путина день рождения, может, что-то хотели пожелать? Нет. А почему не хотите пожелать президенту? Нет, нет. А вот у Путина день рождения, может, что-то хотели пожелать или вопрос какие? Здоровья ему, здоровья и здоровья. А вот у Путина день рождения, может, что-то хотела бы пожелать вообще ему? Ну, желаю ему счастья, здоровья, сил. Понятно. Как вообще к деятельности президента относишься? Хорошо. А вот на предстоящих выборах готова поддержать будешь Путина? Да, готова. То есть будешь за Путина голосовать? За Путина, да. Вот у Путина день рождения, может, что-то хотели пожелать, какие-нибудь вопросы есть? Здоровье, в первую очередь. Вопросов нет. А действия президента поддерживаете? А на предстоящих выборах готовы будете за него голосовать? Не знаю, подумаем. А вот что такого сделал президент Путин на своем посту за 20 лет, что заслуживает вашей поддержки? Ну, наверное, страну из ельцинских лет вытащил. Самая главная его заслуга. А в чем это проявляется вот лично для вас? Ну, живем хорошо. Посмотрите, как вокруг красиво. Чисто, порядок. Вот это уже не 90-е годы у нас. Сегодня день рождения Путина. Может, что-то хотел бы пожелать ему в этот светлый день? А этому человеку я, скорее всего, ничего хорошего пожелать не могу. Хотел бы, чтобы Путин ушел? А с поста президента или из жизни? Ну, и то, и другое. Ну, оба положительно, и я надеюсь, это последний его президентский срок. День рождения вот у Путина, мы что-то хотели пожелать ему в этот прекрасный день? Я бы не хотел. Здоровья ему желаю, чтобы он удачно нашей страной дальше правил, ну и чтобы, конечно же, сил хватало ему на все. Ну вот 20 с лишним лет уже на посту, как вообще относитесь к его деятельности? Хорошо, исключительно положительный мужчина. А вот как считаете, что вот самое главное, что он сделал для страны за эти 20 лет? Ой, сложный вопрос. Тушусь, вот самое ответить, такое, честно. Что прям вот именно для вас, для вашего уровня жизни, может быть? Ну, мне кажется, Крым России вернул. Вы считаете, это главное достижение его, да? Ну, считаю, да. Здоровье. Здоровье, да. Но, ну, понимаешь, пожелания могут быть разные. Ну, искренние должны быть, самое главное. Искренние. За искренние пожелания сейчас можно в тюрьму сесть на 10 лет, допустим. Ты же понимаешь? Если искренне, да. Сейчас искренности в России нету никакой. Да. У Путина день рождения, что-нибудь можешь, хочешь пожелать ему? Счастья, здоровья, долгих лет жизни, чтобы правил над нашей страной еще 10 лет. Ну, а как вообще к его деятельности относишься на посту супер, президента? Вообще, я патриот его и страны. А что самое главное, вот как ты думаешь, сделал Путин для России? То, вот. Что это, как это, когда у нас были поправки в Конституции,
Это самое крутое, что... Ну, не самое крутое, но одно из самых крутых. А вот лично для тебя? Как твоя жизнь в лучшую сторону изменилась от его действий? Я бы сейчас сказал, ну, что-то... Вот это... То, что у нас творится, это вообще крутяк. Вот это то, что у нас были американские кока-колы, Макдональдс, это все нам не нужно. У нас свое, вкусная точка и кола добрый. Вот. Понятно. Я патриот. Вот эти Apple Pay, они нам не нужны. Вот. Понятно. Все, спасибо большое. Всего доброго. А его можно еще. Да, да, я да, хочу поздравить, собственно, Владимира Владимировича. Сколько лет? С днем рождения. Ему 71. 71. Прошел у него юбилей уже. На один годик он, конечно, старше стал. Но я думаю, что он будет также грамотно править нашей страной. И, в общем, желаю ему всего хорошего, долгих лет жизни, чтобы... Никто там не говорил, что какой он плохой, что он там сделал плохого. Да ничего, он только вот развивает нашу страну. Готов за него голосовать на предстоящих выборах президента? Конечно, но только мне 18 пока нету. Мне есть, я буду голосовать. Мне есть 18, я буду голосовать за него. Мой голос будет за Путина. Вот. У Путина день рождения, мы что-то пожелать хотели бы мы. Ну, а мы б нет. Нет? А почему так? Не поддержишь? Нет, я воздержусь от комментариев. У Путина день рождения, может, что-то хотел пожелать ему? О, я хочу пожелать нашему президенту счастья, здоровья, успехов в личной жизни, если, конечно, он этого захочет, а также поздравить его с этим великим праздником. Ну, а поддержишь вообще деятельность президента? Конечно. А что для тебя вот самого хорошего сделал Путин за 20 лет на посту? О, он трудоустроил меня, поднимает мне зарплату ежегодно, индексирует, оплачивает мое обучение. Готов будешь за Путина голосовать на выборах? Конечно. Ну, у Путина день рождения, может, что-то хотели пожелать ему? Ой, не-не-не, я, пожалуй... Не поддерживаете? Не хочется пока что. День рождения у Путина, может, что-то хотела пожелать? Сегодня? Да. Ого, я даже не знала. На здоровье ему. Как вообще к деятельности президента относишься? Ну, положительно. А что, как с твоей точки зрения, он самое главное сделал для страны? Ну, я не сильна в политике. А вот для тебя лично? Для меня, ну, не знаю даже. Я не особо часто новости смотрю. День рождения у Путина. Что хотели пожелать? Замечательный день. Крепкого здоровья, конечно же, чтобы он всегда был с нами. Понятно, к деятельности президента как относитесь? Положительно? Я не хочу давать комментарии по этому поводу. А почему? Настя, скажи что-нибудь. Нейтрально. Нейтрально. А вот как думаешь, что самое главное сделал Путин для страны за эти 20 с лишним лет? Ну, либо хорошее, либо плохое. Не смотри. Я не знаю, что сказать на самом деле. А если бы завтра были выборы, пошли бы за Путина голосовать? А мы не сможем, нам не 18. Если бы вам было 18 лет и завтра были выборы, пошли бы за Путина голосовать? Ну, все может быть. И не забывайте подписываться на канал, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии под видео и берегите себя. Пока.